СМИ рассекретили мать детей Киркорова. Это московская бизнесвумен. В СМИ появилась информация, согласно которой матерью детей Филиппа Киркорова стала его близкая подруга Наталья Ефремова. Именно ее называют мамой первенца артиста Аллы Виктории. Филипп Киркоров с детьми Аллы Виктории и Мартином в программе «Идеальный ремонт». После санкционной передачи, в которой популярный исполнитель Филипп Киркоров показал своих детей, трехлетнюю Аллу Викторию и двухлетнего Мартина, и малыши на всю страну объявили, что с ними живет мама Наташа. Общественность задалась логичным вопросом, как одна женщина могла родить двух детей с разницей в 7 месяцев. Журналисты попытались разобраться в запутанной истории. Как утверждает Супер, мамой дети Киркорова называют свою крестную, близкую подругу певца. 48-летняя бизнесвумен Наталья Ефремова. Женщина уже 3 года держится в тени. Киркоров и Ефремова знакомы более 10 лет. Когда-то Наталья владела огромным магазином модных брендов в центре Москвы, куда частенько наведывался Филипп. Вскоре знакомство переросло в крепкую дружбу. В последнее время Ефремова отошла от бизнеса и отдала себя всю роли хранительницы очага в доме близкого друга. 3 года назад Наталья впервые появилась на публике и попала под прицел фотокамер во время крестин дочки Киркорова Аллы Виктории. В конце 2012 года она пришла на шоу «Рождественские встречи», где выступал Киркоров, и тут же очутилась в центре внимания прессы. С тех пор публичность Ефремова усиленно избегает. В кругах близких к Киркорову немало удивляется шагу, на который пошла женщина, фактически посвятившая свою жизнь воспитанию детей. Многие заметили и еще одну интересную деталь – явное сходство между чертами лица женщины и дочерью Киркорова Аллы Виктории, допуская, что именно Наталья может являться их генетической матерью. Кто является генетической матерью Мартина, неизвестно. Впрочем, некоторые блогеры успели назвать ею певицу Анастасию Стоцкую, выявив поразительное ответное сходство между сыном поп-короля и ее собственным ребенком, 4-летним сыном Александром. Впрочем, с точки зрения медицины, матери детей артиста могли бы быть как разные женщины. Жасмин высмеяла журналистов, назвавших ее матерью сына Филиппа Киркорова. Певица назвала слухи о том, что она родила Мартина Киркорова, записками сумасшедшего. 7 лет назад Филипп Киркоров впервые стал отцом. У поп-короля родилась дочь Алла Виктория. Спустя год на свет появился сын певца, которого назвали Мартин. Оба наследника прославленного артиста появились на свет в США. Родила суррогатная мать. На протяжении длительного времени журналисты пытались узнать имя женщины, которая родила Филиппу Киркорову детей. В ряде СМИ даже появились слухи, что матерью Аллы Виктории и Мартина стала близкая подруга поп-короля Анастасия Стоцкая. К подобному выводу журналисты пришли после того, как заметили внешнюю схожесть Мартина и 7-летнего сына певицы Саши. Однако Анастасия многократно опровергала домыслы прессы. Правда, пару дней назад скандальная история получила неожиданное продолжение. В одном из отечественных изданий появилась новость, где утверждалось, что матерью Мартина Киркорова является не кто, как певица Жасмин, так как ее старший сын якобы очень похож на наследника Филиппа. Стоит отдать артистке должное. Она с присущей ей чувством юмора отреагировала на подобные слухи и высмеяла новость в своем микроблоге в Instagram. Мой фаворит в рубрике «Записки сумасшедшего». Филипп, мы все мы раскрыты. Много лет за нас несла эту карму Анастасия Стоцкая, но теперь великая тайна стала явью. Это однозначно премия «Провал года» за детективное расследование. Но в любом случае спасибо, вы сделали мой день. Жу, написала же СМИ. На публикации певицы довольно оперативно отреагировал и сам Филипп Киркоров. Поп-король, который также обладает отменным чувством юмора, заявил, что действительно провал года. Все, это провал года. Если вы не расслышите, куда бежать? Оставил комментарий Киркоров. Филипп, главное, что никто пока не знает, что ты хочешь стать многодетным папой. Планируешь 3-го, что я уже согласилась в этом поучаствовать, заявила в ответ Жасмин. Стоит отметить, что в комментариях также отметился Николай Басков. Певец оставил по публикации Жасмин несколько слов.
смеющийся смайлом. «Оленька, а ты еще детей не хочешь? А то я могу», — обратилась певец к Николаю Баскову. К слову, остальные интернет-пользователи не нашли между сыновьями Жасмин и Филиппа Киркорова никакого сходства. Напомним, что Жасмин воспитывает троих детей. Старшему сыну певца Михаилу от первого брака с Вячеславом Семендуевым в середине августа исполнилось 22 года. Также у артистки есть 3-летний Мирон и 7-летняя дочь Маргарита. Все свободное время Жасмин проводит с детьми, а также часто берет их с собой на светские мероприятия. Что касается Филиппа Киркорова, то поп-король души не чает своих детей. Известно, что только на обучение отпусков в школе он ежемесячно тратит около миллиона рублей. К слову, вчера 7-летняя Алла Виктория призналась отцу, что у нее появился поклонник. Одноклассник даже преподнес девочке трогательный подарок – линейку, на которой написано ее имя. Сама же Алла Виктория призналась, что мальчик влюбился в нее, но эти чувства не взаимны, потому что ее поклонник – дурачок, дергающий девочек за косички. У нас первая любовь. Будет править, говорит удивленные новости Филипп Петросович. Композитор, продюсер Филиппу Киркорову в 2008 году присвоил название «Народный артист Российской Федерации». Музыкальная карьера Филиппа Киркорова. Еще несколько молодого Киркорова в 1985 году пригласили на первую телесъемку в программе «Шире круг» с песней «Алеша» на балкарском языке. Филиппа заметила режиссер «Голубого огонька» и предложила Киркорову сняться в ее программе. Но руководство «Голубого огонька» отказало молодому артисту по странной аргументации. Он слишком красивый. В апреле 1988 года Филипп встретился на вернисаже Ильи Резника с Аллой Пугачевой. Вообще, Илья Резник был одним из первых профессионалов, которые оказали ему помощь на эстраде. В октябре 1988 года Филипп Киркоров получил приглашение от Пугачевой принять участие в рождественских встречах. Встреча с поэтом Леонидом Дербиным также стала значимой для Филиппа Киркорова. Поэт написал песни для певца, которые стали шлягерами. Это «Ты, ты, ты», «Ночь и земля», «Атлантида», «Неуминуемый» и другие. Популярность Филиппа Киркорова росла. В его биографии появились новые достижения. Слушатели были покорены и голосом, и внешностью певца. В 1989 году Филипп Киркоров поехал на гастроли в качестве партнера Аллы Пугачевой по Австралии и Германии. Потом у Филиппа состоялась первая сольная гастроль в Перми. И в том же году Киркоров впервые вышел в финал фестиваля «Песни года». Филипп Петросович получил в 1993 году премию «Овации» в номинации «Лучший певец года» и премию международного конкурса в ноябре 1994 года Киркоров и Пугачева провели совместный грандиозный концерт в Атлантик Сити. Личная жизнь Филиппа Киркорова. 12 января 1994 года Филипп Киркоров и Алла Пугачева объявили о помолвке. 15 марта брак Киркорова с Пугачевым был зарегистрирован в Санкт-Петербурге. 15 мая Алла и Филипп обвенчались в Иерусалиме. Расторжение брака с Аллой Пугачевой, которое тайно состоялось в марте 2005 года, официально объявлено в ноябре 2005 года на грани Лолиты и Комплекса. У Филиппа Киркорова двое детей – дочь Алла Виктория и сын Мартин. О его рождении певец объявил во время концерта в Софии. О матери детей Филиппа Киркорова долго не было никакой информации, за исключением домыслов о новостях таблоидов, которые писали о разных женщинах, которые подходили на эту роль, пытаясь рассказать секрет детей Киркорова. Филипп Киркоров сообщил, что детей ему родила суррогатная мать. Впрочем, о своей откровенности Филипп Петросович затем пожалел. В выпуске телешоу «Секрет на миллион» Филипп Киркоров отметил, что наша страна к таким откровениям не готова. Сегодня тема суррогатного материнства обсуждается довольно часто. И я на свою голову не столько нареканий получил. Фото Киркорова с детьми можно часто встретить в СМИ. По поводу же их матери Филипп Петросович только говорит, что она в полном порядке, и он не беспокоится